Начинайте, Игнатьевич. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Святися, святися, Новый Иерусалиме. Слава Богу Господина тебе, воссия. Ликуй ныне, веселись о Сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородица. А восстание Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресе из мертвых. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, всех ради святых, спаси и помилуй нас, ибо Ты благо человеколюбец. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, исущим в гробе живого дарова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, исущим в гробе живого дарова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, исущим в гробе живого дарова. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Став после сна, мы припадаем к стопам Твоим благи, ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и я не о каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 32. Господи, Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня.
ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя тяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетую хожу. Ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего. Господи, перед Тобой все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души мои ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни, а я, как глухой, не слышу. И как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они верещаются надо мною. Я близок к падению, скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем, а враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой». Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась, воспламенилось сердце мое во мне. В мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно человек ходит, подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя, от всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открывай уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться прежде, нежели отойду, и не будет меня. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Излег меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши, все сожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.
Я возвещал правду Твою в собрании великом, я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь, правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей истины Твоей перед собранием великим, не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя, истина Твоя, да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их боли ниже волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня, Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибель душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления свое, говорящее мне «хорошо, хорошо». Да радуются, веселятся тобой все ищущие тебя и любящие спасение твое. Да говорят непрестанно «велик Господь! Я же беден и нищ, но Господь печется о мне». Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна и посреди ночи приношу Тебе песнь, спаси, припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними мне беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка человеколюбчий, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе. Помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю Божий сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий и озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здесь неземной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придет со славой воздать каждому по делам Его. Да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего,
Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир. Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастно опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни жизни моей. Если чем согрешил я в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, помраченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Галина, Наталья, Ольга, Вячеслав, Юрий, Надежда, Роман, Татьяна, Янис, Сергий, ибо мы усердно к вам прибегаем, как к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Святися, святися, Новый Иерусалиме, слава Бо Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, восстань Рождества твоего. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста твоего церковь твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай им твои земные небесные блага. Не лиши милости твоих, посети их, укрепи, силой твоей даруй им здравие, спасение души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших,
за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру. Научи их благоговеть пред Тобою, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном, уже творящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, и ниспошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые им предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему, во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, Тебе славу возносим всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Продолжайте, Игнатий. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Иерея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Авросия, Вадима, Зосима, Алифия, Андрея, Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинных служителей, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, возвестить о Твоей дивной любви, о жертве Твоей Голгофской. И нам дай еще священника, если угодно Тебе. Смири власти воинств Твоих, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое Церкви Твоей, и сохрани их от покушения на них. Умудри их издавать добрые законы, чтобы человек мог достойно жить и было из чего уделять нуждающимся. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас, Господи, ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. Для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас в этом дне от всякого рода зла и греха, и от искушений. Защити нас, Владыка, исцеление наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Серафиму и Владимира обрати к себе. Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. Прищи добрых жителей с детьми верующих, любящих уставы Твои, закон Твой. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. Расширь пределы общины, найди новые души. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Наталью, Анастасию, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия,
Александра, 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 Сергея, Сергея, Сергея. Екатерину, Екатерину, Галину. Кому возвестили слово истины, благослови их, Владыка. И воззри на угрозы врагов, и погаси их злобу, и примири их с нами, если угодно тебе, Господи, и в судный день не помяни их безумие. Александра, Александра, найди. Евгения, Виктора, Сергея. И замысл еретиков в ничто преврати и разрушь. Посети благодетелей наших, воздай им добром и вечности. Благослови Елену, Людмилу. Неонилу, Александру, Татьяну. Евгения, Наталья, Юрия, Надежду, Эдуарда. Благодарю Тебя, Господи, за друзей, за врагов. Сети их, Владыка. За здоровье и за болезни, которые Ты допускаешь. Ибо все свое время по Твоему благоволению может оказаться на пользу. Слава Тебе, Боже наш, научи нас доверяться Тебе и посети болящих, дай силу все перенести, благословляя Твое святое имя. Валерия, Илариона, Кирилла, Татьяну, 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 Валентину, 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 Надежду, Игоря, Марию. Александру, Анну. И нас помилуй, милости Твоей я ради. Найди отступников, потерявших Тебя. Михаила, Николая, Александра, Юлию, Елену. И вражду Максима погаси. Обрати его на путь истинный. Да будет благословен этот день. И все наши встречи и дела да будут освящены светом истины Святой Библии. Сохрани это наше сокровище в интернете и трудящихся, помогающих нам. И защити наши книги здесь и в пути, и через них найди новые души. Благослови Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Вячеслава, Виталия, Илью. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Из Романа, Господи, сгони духа лжи и упрямства, не дай погибнуть, и благослови Никиту, где он есть, и Виталия. Всем даруй духовное рождение и жизнь в Тебе. Посети, Господи, путешествующих, сохрани их и возврати. Льва, Раису, Виктора, Лидию, и найди Стива и Джастаса, дай веру Твою, Самиру благослови, дабы она не верила же пророкам. Аллилуйя! Место сие защити, дабы чужды не могли и приблизиться к нему. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова. Авва, Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках, благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как
на истину, на каноны Церкви. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, воздай добром помогавшим нам путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира, благослови, Надежду, Людмилу, Дмитрия, всех помогавших нам, Дмитрия, Сергея. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю тебя, мой ангел, и за эту ночь. Столько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Только в вечности откроется все это. Прошу тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди в царство Господне вечное навеки. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и во всем быть экономным. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас. Укрепи народ твой, Господи, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего шествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание и жить по нему. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомагийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание детей. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ан Тобольский, Ан Кронштадтский, Ан Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливости женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Надежды, Светлана, Мария, Рыслава, Людмила и Анны, и прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех,
молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради Голгофских страданий Спасителя нашего и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. И благослови этого Алексея, не дай ему погибнуть в обольщении и похвалах людей, которые не знают Тебя. Останови его путь, приведи к себе, не дай погибнуть. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух, аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Христос воскрес для всех. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес для всех. Воистину воскрес. Воистину. Воистину воскрес. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Ну, а мы продолжаем чтение книги «К истинному православию». Продолжаем тему о семье. Лучше бездетность добродетелью, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы. И прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания. И хотя на время позеленеют в ветвях, но не имея твердости, колеблются от ветра и порывом ветров искоренятся. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетели разврата против родителей при допросе их. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет, если и будут они долгожизненны, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда. Ибо ужасен конец неправедного рода. Премудрость Соломона, 4 глава с 1 по 6 стих и 3 глава с 16 по 19. Так и жена, оставившая мужа и произведшая наследника от чужого, она будет выведена пред собрание, и о детях ее будет исследование. Дети ее не укоренятся, и ветви ее не дадут плода. Она оставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится. Книга Сирахова, 23 глава, с 31 по 35 стихи. Дети грешников бывают дети отвратительные и обращаются с нечестивыми. Наследие детей грешников погибнет, и вместе с племенем их будет распространяться бесславие. Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят бесславие. Сирахов, 41 глава, с 8 по 10 стихи. Не желай множества негодных детей и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысяча грешников.
И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет. Книга Сирахова, 16 глава, с 1 по 5 стихи. Дети должны проявлять всякую благодарность родителям, от которых жизнь, наставление и все, что имеют, получили. Благодарность эта состоит в следующем. Во всяких нуждах им помогать, когда не имеют средств, кормить и одевать их, в старости, в болезни или в другом случае прикрывать или извинять их немощи, как сделали Сим и Иофет, сыновья Ноя, Бытие, 9 глава, 23 стих, которые прикрыли наготу отца своего. Так говорится в притчах. Слушайся отца своего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Книга притчей, 23 глава, 22 стих. Хам, сын того же Ноя, показавший наготу отца своего, был наказан. За непочитание родителей Бог великие наказания определил детям. Первое. Проклятие. Проклят злословящий отца своего и матерь свою. Второзаконие, 27 глава, 16 стих и 2. Второе. Это наказание против родителей. Это смерть. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Книга Левит, 20 глава, 9 стих. Тихон Задонский. Согласно Слову Божие, прокляты все матерщинники, злословящие святое имя матери, пред которой мы в таком долгу, что если бы, как говорит мудрец, и в пригоршне на огне приготовил для матери еду, и тогда ты еще ничего великого не воздал за нее, за ее родильные муки. Сирахов, 7 глава, 29 стих. Не потому ли такие злые нынче дети, что они во сне и наяву поют? У меня братишки нет, у меня сестренки нет. И сам того не зная, он воспитывается эгоистом и мстит за своих братишек, сестренок, которые убиты его матерью в ее чреве, сделавшимся для них гробом. Закон Божий, заложенный в совести, влечет к воспоминанию имени матери в беде в смертный час. И преступник в нарушение заповеди не делать на себе наколок, татуировок. Левит 19:28 пишет: «Не забуду мать родную». В действительности же следовало бы в душе написать: «Я забыл наказ матери церкви и матери, родившей меня, быть добрым, честным, и вот я оказался вдали от добра». Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиться порокам, а потом стараться изгнать их. Надо принимать все меры, чтобы сделать нашу природу недоступной для пороков. Если ты прекрасно воспитал своего сына, то он своего, а тот своего, и как бы некая полоса лучших жизней пойдет вперед, получив начало и корень от тебя, и принося тебе плоды попечения о потомках. Если рождаемые тобой дети получат надлежащее воспитание, и твоими заботами наставлены будут добродетели, это будет началом и основанием твоему спасению. И кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду за их воспитание. Детский возраст нежный, ребенок быстро усваивает то, что ему говорят.
и как печать на воске запечатлевается в душе детей то, что они слышат. Тем самым и жизнь их уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Потому, если в самом начале и, так сказать, в преддверии отклонить их от порока и направить на лучший путь, то в будущем это уже обратится в навык и как бы в природу, и они не так легко будут по своей воле уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к добрым делам. Те отцы, которые не заботятся о достоинстве и скромности детей, хуже детоубийц, поскольку губят их души. Сорную траву легче вырвать, когда возраст нежнее. Тогда и надо следить, чтобы оставленные без внимания страсти не усилились и не стали неисправимы. Святой Иоанн Златоуст. Если родители не оказывают должного попечения о детях, не учат их разуму, не внушают им добрых правил, то души детей будут взысканы от рук их. Симеон, Новый Богослов. Садовник привязывает саженцы к колу, укрепленному в земле, чтобы ветер и буря не повалили их. И сучки или негодные побеги отсекает, чтобы они не повредили дерево и не сушили его. Поступайте так и вы с малыми и молодыми вашими детьми. Привязывайте сердца их к страху Божию, чтобы не поколебались они от сатанинских козней и не оставили благочестия. Отсекайте растущие в них страсти, чтобы не выросли и не владели ими, и не умертвили внутреннего нового человека, рожденного в святом крещении. Ибо видим, что когда дети растут, то являются и растут вместе с ними и греховные страсти, как дикие побеги на дереве. Поэтому, чтобы эти дикие побеги не выросли и не повредили человеку, и не погубили его, омытого, освященного и оправданного святым крещением, необходимо наказанием и учением Господним их отсекать. Отсекайте, возлюбленные, такие побеги в душах детей ваших. Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ефесянам 6:4. Родителям нужно молиться Богу о своих детях, чтобы сам Он научил страху своему и умудрил во спасение. Примеры добрых дел нужно являть им самих себе. Юные, да и люди всякого возраста лучше наставляются доброй жизнью, чем словом. Ибо дети особенно подражают жизни родителей, что замечают в них, то и сами делают. Доброе будет или дурное, что видят. Поэтому родителям нужно самим беречься от соблазнов и пример добродетельной жизни подавать своим детям, если хотят их наставить в добродетели. Иначе ни в чем не преуспеют, ибо дети больше смотрят на жизнь родителей и отражают ее в своих юных душах, чем слушают их слова. Юность, сама по себе склонная ко всякому злу, требует прилежного наблюдения, доброго воспитания и наставления. Но вместо этого встречает ее великое зло. Ядовитый соблазн родительских нравов. Соблазн же, как пожар усилившийся, далее и далее распространяется и поедает одушевленные храмы. Горе детям от этого соблазна и сугубое горе родителям, которые вместо полезного учения злым примером, как ядом, заражают юные сердца. Тихон Задонский. Гордые, своевольные жены, безвольные, слабохарактерные отцы и обе стороны погрязшие в похоти и безбожии осиротили столько детей, как ни одна война. Количество разводов перевалило 53%
Тогда как жена главного идола Вилла, Ленина, предсказывала, что уже при 17% разводов нас накроет национальная катастрофа. Дети-сироты, страна-сирот, потерявшая до 100 миллионов насильственно оборванных жизней только с 1917 года. Страна, народ, над которым произведен чудовищный эксперимент по оскотиниванию, биологическому уничтожению, стоит на грани духовного и физического вымирания. Ежегодно миллионы абортов нерожденных гениев-подвижников. Нарушен генофонд русского народа. Кто может помочь ему? Только Бог и мы сами. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь, восклицал великий Златоуст. По научным выкладкам Дмитрия Ивановича Менделеева к 2000 году русских должно было бы быть до 450 миллионов человек. Сегодня же едва насчитывают 75 миллионов. Где остальные? Всенародное покаяние пред Богом в посте и прахе может дать еще возможность и спросить у Бога милости восстановить порушенную семью. Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает тебя, тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Псалом 9, 35 стих. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Исход 22, 22. Сиротам будь как отец. Книга Сирахова 4.10. Отец сирот и судья, вдов Бог. Псалом 67, 6. Он не презрит моления сироты, ни вдовы, когда она будет изливать прошение свое. Не слезы ли вдовы льются по щекам, и не вопиет ли она против того, кто вынуждает их? Книга Сирахова, 35 глава, с 14 по 15 стихи. «Приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно». И удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца. А меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Пророк Малахия, 3 глава, 5 стих. Русский человек имел неписанное правило, по которому дети погибших родителей часто переходили к крестному отцу, восприемнику их от святой купели крещения. В языческом римском царстве, в стране Галатии, в городе Анкире, жила бедная вдова-христианка Ефросиния с малолетним сыном Климентом, воспитывала его в учении Господнем. Страшное тогда было гонение на христиан. Когда Клименту было 12 лет, мать его тяжело заболела и почувствовала приближение кончины. Не страшилась она смерти, ибо крепко верила в жизнь бессмертную за гробом и питала светлую надежду на блаженство вечное, уготованное любящим Богом, Бога. Накануне своей кончины мать ведет тихую прощальную беседу с сыном. «Милое дитя мое, осиротел, ты еще в пеленках узнал о своем сиротстве, прежде чем об отце». Но ты не был сиротою, не будешь и после меня. Отец тебе Христос Бог, я родила тебя по плоти, Он возродил тебя духовно. Его исповедуй своим отцом, Его сыном называй себя, но старайся быть достойным усыновления Ему,
Служи единому Христу Господу, в нем полагай свою надежду на свое спасение. Он сошел с небес, чтобы нас возвести на небо, чтобы даровать нам жизнь и спасение, и сделать сынами Божьими. Лютое время настоит нам, христианам. Могут и тебя постигнуть соблазны, угрозы и муки от нечестивых. Будь же мужествен, сын мой, крепко и непоколебимо сохрани свою веру. Будь готов пострадать за Христа до смерти. Завтра я уже не увижу дневного света, но я буду с тобой духом, буду хвалиться о тебе пред престолом Христовым, в надежде и тебя видеть пред его престолом. Богатая христианка София, вдова, узнала о сироте и взяла к себе Климента. Видя богатство приемной своей матери, зная ее доброе сердце, он понял, что доставит ей радость, если поможет ей распространять свою материнскую любовь и христианскую сострадательность на других таких же или еще более несчастных бесприютных детей. В Галатии тогда настал голод. Чуждые сострадания язычники выносили и выпроваживали своих детей на дороги и перекрестки, и там бросали. И вот Климент стал подбирать таких детей и приносить в дом Софии. Спасая им временную жизнь, заботились и о душе сирот, спасая множество голодных сирот. Позже, будучи избран епископом, он претерпел невиданные мучения от жестоких гонителей. И такие муки в течение 29 лет и 11 месяцев, каких никогда и никто не выносил ни до него, ни после него. И полностью исполнил он наказ умирающей матери своей, говорившей ему: «Дитя мое, дитя возлюбленное, умоляю тебя, умоляю, чтобы ты воздал мне единственный дар за все мои болезни и заботы о тебе, ибо наступает время тяжелое. Сын, окажи мне эту участь, стань за Христа дерзновенно и мужественно, и сохрани крепко и непоколебимое исповедание его имени. Я же уповаю на Христа моего, о дитя мое. Вскоре процветет на тебе венец мученичества в честь меня и для спасения многих душ. Приготовь же сердце свое к подвигу страдания, чтобы не застигло тебя неприготовленным время подвигов. Знай, что полезно быть искушаемым бедствиями, подобно золоту в горниле. Но ты не бойся, страдание будет временным, а воздаяние за него вечным. Скоро пройдет скорбь, и вечно продлится радость. Кратковременно будет бесчестие здесь, но вечная слава ждет тебя у Бога. Козни мучителей язвы продолжаются один какой-либо день, причем ярость царей земных бывает осмеиваема мучениками. Слава их увядает, огонь, уготованный именно христовых мучеников, угашается. Меч их поедает ржавчина, сила их погибает. Поэтому нет ничего такого, что могло бы отлучить тебя от Христа Господа. Ты станешь исповедником Господним, а я буду мать мученика. Память 23 января, страница 767. Молитвами святого Климента и его матери: Господи, воскреси наш народ, молитвами российских мучеников, пострадавших от рук лютых безбожников, воскреси, Боже, души наши и Русь, и да придут добрые пастыри, да создадутся добрые семьи христианские. Аминь.
Ну все на сегодня, однако. Спаси Христос. Слава Христу. Спасибо. Сегодня вечером занятия. Милости просим. С Богом. С Богом. С Богом. Так вопросов нет никаких. Вы все знаете, что в Екатеринбурге там делается? Что там, битва за храм идет и против храма ли? Да не храм, речь идет о территории. Храм строят пусть хоть в каком месте. Сейчас вот 8 часов, у меня будут брать интервью по храму. Что там с Шахматовым-то слышно? Самое последнее известие что-то не могу найти. Ничего нет. Ну так, запомните, помолитесь, чтобы все было как по-божески. Кроме того, я не успел сказать, тут уже ушли половина. 2 июня в Потеряевке день деревни. И которые новые люди есть, просятся все время уже по несколько лет, не разрешаем. Это день открытых дверей. Ко мне позвоните, и я вам подскажу, как доехать туда и прочее. Это вы своим там где-то тоже скажите по своим каналам, что вышли на меня. Погода подходящая, все как надо, если будет. Дождя не будет, это путевки каждому выдам, кто пожелает приехать. В 8 утра начинается литургия, поэтому приехать надо перед началом, чтобы зайти в храм. Ну все, если ничего нет, я тогда отключаюсь от вас. С Богом. С Богом.